Боли в горле. Голос становится хриплым, пропадает его обворожительность. Жар и сухость в горле, болезненные ощущения при глотании. Ощущение постороннего предмета в горле, опухание, зуд, сильный кашель не позволяет вам нормально общаться с другими людьми. Что делать, если страдаешь заболеванием горла? Чудо-бриллиант с биофотонами Хуашень защитит ваше горло. Чудо-бриллиант с биофотонами Хуашень производится из тщательно отобранных натуральных биологических материалов при использовании передовых некристаллических технологий. Керамический состав с добавлением нанометрических биофотонных материалов подвергается высокотемпературной обработке, а поверхность тщательнейшим образом полируется. Чудо-бриллиант способен испускать биофотонные волны длиной от 5 до 25 микрон, проникающие под кожу на глубину от 3 до 5 сантиметров и вызывающие при этом высокочастотные микроколебания кровеносных сосудов. В результате чего происходит расщепление и выведение осадков со стенок кровеносных сосудов, увеличение их объема, снижение сопротивления току крови и улучшение кровообращения. Когда чудо-бриллиант располагается на шее, биофотонные волны напрямую воздействуют на горло и способны эффективно снимать с него усталость, стимулировать иммунные клетки и выводить токсины, оказывая таким образом оздоровительный эффект и благоприятное воздействие на горло. Большинство людей закрывают глаза на заболевание горла, либо придерживаются пассивной позиции. Однако, если в течение долгого времени болезнь не проходит, то возможно возникновение злокачественных изменений. Новейшие исследования показали, что в последние годы процент заболеваемости раком глотки имеет явную тенденцию к повышению. В числе этих больных есть немало людей, которые в свое время не получили соответствующего лечения таких легких недомоганий рта и глотки, как фаринголарингит, что в конце концов привело к усугублению, воспалению или распространению болезнетворных бактерий, повлекшие за собой злокачественные изменения. Чудо-бриллиант способен предупреждать и вспомогательно лечить фарингит, бронхит, тонзиллит, кашель, астму и другие заболевания. Чудо-бриллиант будет бережно хранить здоровье вашего горла. Наслаждение звуками, которые хочется слушать. Здоровье всегда с вами. Чудо-бриллиант с биофотонами Хуашень. Чистый голос, здоровое горло.